Повторяем состав слова. Чтобы разобрать слово по составу, надо выделить части, из которых оно состоит. Как выполнить разбор слова по составу? Настольный. Найди и выдели окончание и основу. Для этого измени слово «настольный». Нет чего? «Настольного». Любую с «настольным». Думаю о «настольном». Окончание «ый», основа «настольн». Если ты не помнишь, как изменяется форма слова, посмотри на внутренней стороне обложки. Второе. Выдели корень. Для этого подбери к слову однокоренные слова «стол», «столик», «столовая». Общая часть родственных слов. «Стол», «столь» – это корень слова. Далее что нужно найти? Значит, выдели окончание основу, затем выделили корень. Третье. Выдели суффикс. Если он в слове есть, и докажи, что такой же суффикс есть и в других словах. Часть слова между корнем и окончанием «н» – это и есть суффикс. Такой же суффикс есть и в словах «школьный», «классный», «летний». Четвертое. Что нужно выделить? Приставку. Если она в слове есть, и докажи, что такая же приставка есть и в других словах. Часть слова перед корнем «на» – это и есть приставка. Такая же приставка есть и в других словах. «Наручный», «настенный», «напольный».